Скажите, мотивации показалось, что вы тоже уступили. Почему? Если бы была шкала для оценки мотивации, наверное, я бы мог что-то говорить. Но очень сложно ответить на вопрос, касающийся шкалы оценки мотивации. Спасибо. Еще один вопрос. Вы не делали замену в перерыве. Вас устраивала игра в первом тайме? Well, the reason I didn't make substitutions because we have a lot of young players on the bench who didn't have experience in the Russian Premier League. That is why I just decided not to. Европейские азиатские новости, Павел Пивоварев. Вопрос к вам такой, это 16-е, да, получается, поражение на сезоне.